Дорогие друзья, соотечественники, сейчас я увидел, как в Херсоне горят плавни, а вместе с плавнями горят и ваши дачи, жителей Херсона. Я не могу понять этих людей, которые поджигают плавни. Вы что, не понимаете, что там живность, весна? Вы не представляете, сколько вы горя наделали не только людям, но и вокруг, природе. У меня такое ощущение, что вы все оскотинели там, озверели и стали, наверное, хуже зверей. Что вам природа сделала? И что вам обычные люди сделали? Неужели вы не понимаете, что когда сухостой, нужно там не отдыхать, не палить? Вы что, не понимаете, что в Херсоне адекватной власти нету? Никто эти дачи тушить не будет. Никто это имущество спасать не будет. Вы что, не понимаете, что у вас сегодня в Украине власти нет? Она вся сгнила. Они одни бандиты, воры. Им пофиг, что с экологией происходит. Им пофиг. Что происходит сегодня с вами? У них в голове только одно. Набить карманы, обворовать вас и уничтожить народ. Вот и все. А сейчас, пожалуйста, посмотрите эти кадры и тот ужас, который сегодня происходит в Херсоне. Ну а вам я всем хочу сказать, берегите природу, берегите себя и, наверное, задумайтесь над тем, что у вас в Херсоне происходит. Все, капец, что делается. Просто горит все.